Что надо? У вас что, жизнь переменилась? А, ну, похороны же сегодня. Ты что, забыл что ли? Ну, я совсем дошел. А птичий рынок тут при чем? Да я хрен его знает. Сюда. Давай туда, поглубже. Хорош. Хорош. Ну все, хозяин. Всем стоять! Освободить левый ряд! Всем право! Видал, хоть часы по этому членовозу сверяй. Проверь свои, Михалыч. Ты что, выпил с утра? О, техник, смотрите. Что в гости-то не заходишь? Вместе посмотрели на что-нибудь бы. Плохо приглашаешь. Зато принимать буду хорошо, хоть сейчас. Ну, Феликс, зачем ты там? А как? Мне что, плакать вместе со всеми, что ли? Заодно и помянем старика. Ну, успокойся, быстренько. И что? Я злых не люблю, понятно? В общем, учти, приглашение остается в силе. Действует круглосуточно. Угу. За гробом идут руководители Коммунистической партии Советского Государства, члены комиссии по организации похорон, министры, работники Центрального комитета партии, Московского горкома партии, исполкома Моссовета, военачальники, представители общественности. Прощальным салютом гремят орудийные залпы. На 5 минут остановились заводы и фабрики. Прекращена работа организаций и учреждений. По всей нашей стране раздаются сейчас гудки промышленных предприятий, тепловозов, электровозов, морских и речных судов.
молодец, что пришел. Пойдем поближе. Нет, не хочу волновать. Потом. Ну, зря. Сам-то как? Сам нормально. Ты когда попугая заведешь? Ну, раз обещал, значит, заведу. Все, вернешься, будет говорить. Хорошо. Как с голосом? Да нормально. В армии петь буду. Там самодеятельность уважают. Ну, это я помню, да. Изобрази напоследок. Да ну, ты что, здесь, что ли? Давай здесь. Ну, смотри, только для тебя. Но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная. Тихо, тихо, тихо. Уточнил, куда тебя? На Алтай, в горы. На Алтай? На, держи. В горах пригодится. Филька! Я помню, тебе нравилось. Вольно! Филька! Ты что, Рогов, ты куда свалил, а? Там капитан уже дергаться начал. Знакомьтесь, мой старший брат. Феликс. Андрей Тюлин. Заклинский Александр. Феликс. Ну давай быстрее, пошли! Быстрее! Сейчас, сейчас, ребята, сейчас! Пошли. Слышь, помирю вас, а? Ради меня. Так. Ну давайте. Чтоб на мои глаза. Но мы же Роговы. Пап. Ну, в такой день, ради меня. Мне ж 2 года в Кирзе топать. Ну, вот и давно бы так. Ну, отлично. Значит, писать вам буду так. Тебе с припиской для Феликса, а Феликс с припиской для тебя. Ну, чтобы писали, отвечали вместе. Ну, все, пора. Сынок, сынок, начинается новая жизнь. Ну, конечно. Тревоги. Конечно. Ты все будет в порядке, папа. Мужество. Фелька, береги его. Не робей. Все нормально будет. Ты Рогов. Сам сказал, Рогов. Варку держи. Я пошел. Не забывай. Счастливо. Пиши. Папка. Ну, Витя, дорогой, береги себя и не ленись, пиши. Я буду писать. 2 года не срок. Витя, сынок. Я гордиться тобой хочу, понимаешь? И ради бога. Счастливо! Пиши, не забывай, что ждать тебя. Идите спокойно, я на посту! Помнишь, на главный план, а? До свидания, ребята! Отец, пойдем. Ты иди. Иди своей дорогой. Ты не прав. И Витьке обещали. Со слюнтяями и трусами не мирюсь. Презираю. Привет, Игнатьич. Здравствуй. Слушай, конверт вдай штучек 5. Может, еще что-нибудь возьмешь? Газеты, огонек свежий. Да ну, вранье одно. Надоело. Ну, смотри. Пока. Тебе чего, парень? Давай побыстрее, а то мешаешь. Кому я мешаю? Кому? Мне? А, тебе. Давай, да, давай, тебе? Давай. Здесь Петрович живет. Так, Петрович уже год как умер. Да ты что? Как это? Молча. Ой, хороший мужик был. Кать, ты представляешь, Петрович, оказывается, умер. Ясно. В общем, даю вам 15 минут, ключ оставишь на столе. Подожди, подожди, капитан. Ну, дай хоть час. Ну? У меня сувениры, боны. Угу. Я моряк. Понимаешь, да я из загранки тебе что хочешь могу привезти. Нормальные же люди, поймем друг друга. Тебе чего хочется-то, а? Мне многого хочется. В каком смысле? Ты конкретнее. И побыстрее, а то остывает. Телефон жены своей дай. Зачем? Она у меня хороший, добрый человек. Я ее люблю. А, любишь? Ага. А это что такое? Где?
Чудак, ты чё? С луны свалился, что ли? Так, в общем, даю тебе 30 минут. И давай поторопись, понял? Понял, капитан. Уложусь. Ты извини, сейчас ведь у каждого баб на стороне. Да я понял. А я в море-то ухожу. Думаешь, жена у меня теряется? И правильно делает. Хе-хе-хе. Новая мораль. На этой выставке. Серег, здоровый бы. Слушай, отстань ты от меня. Если не трудно. Валь, глянь, дворик нас не уважает. Да? Не хочет выпить. Но... Зернистая. Наверное, Развали. Первый давай сорт. Сюда. А, еще ну, и корочка, давай. Пожалуйста. Кофе ну, растворимый. Кончай, давай, я сказал. Ну. Отвали, я сказал. Олег. Волычок. В чем дело? Сейчас. Все в порядке, хозяйка. Все в порядке. Что случилось? Да черт возьми, полудурок. А, не любите? Боитесь? Ни черта вы не боитесь. Ко всем ленинградцам. Это моя первая командировка при новых обязанностях. И я думаю, что же я не буду делать из этого секрета, что мне хотелось прежде всего поехать к ленинградцам. Знаю я ваши проблемы, в том числе и в центре города вот проблемы есть, с жильем. С техникой есть проблемы. Ну, а когда их не было? И кто может сказать, что их не будет завтра, через 10 лет? Не будет такого времени. Проблемы будут. Но самое главное, все-таки страна, и в том числе на примере Ленинграда видно, все идет движением вперед. К лучшему. Привет, МНСом. Здорово. Чего? Потянуло в родной коллектив? Зашел бы в лабораторию. Не знал, что вы уже по субботам работаете. Ну так Японию надо догонять. Американцев, выходит, догнали уже. Да, без тебя мы догоним. Пойдем. Ну, и где ты теперь пашешь? В институте глубинных погружений. А че бежал-то? Да. Рассекречиваться не хотелось. Угу. Понятно. Давай, ребята, давай! Ну, а как ты? Нормально. Институт стоит, тот защищается, кто продвигается. А продукция все так же. Все каменный век. Нет, почему? Есть какие-то изменения. Например? Недавно выбрали нового директора. Нет, труд, конечно, скрывать не буду. Медленно все. А так чего? Надо бороться. Опять бороться. Борцы одни кругом. Нормально жить не можем. Только бы бороться. А? Слушай, старик, вернулся бы ты к нам, а? Способный инженер, электронщик.
Саш, я бы вернулся. Только ведь опять не дело предложат, а утюги чинить. А это значит вареная колбаса и картошка. Не хочу. Не хочу, стыдно себя уважать перестал бы. Мне прибавили. Сколько? 15 рублей. О, 15 рублей. Разбогател. Дурак ты, Саша. Дурак. Ты как лошадь, на тебя сколько ни нагрузи, ты все потянешь. Вот на таких, как ты, они и выезжают. Кто они? Я бы тоже боролся, если бы знал, зачем. Папа! Ты на себя со стороны посмотри. Загнали они тебя. Папа, вы здесь! Ну, ладно, ладно. Значит, не вернешься. Ну, давай, давай. Занимайся своими глубинными погружениями. Метлу. Метлу вместо перископа прицепи. Наутилус. Сейчас, сейчас. Давай скорее. Не шуми, техник, смотри. Я иду. И давай договоримся с тобой так. Проводим воскресник, а потом ко мне в гости, ясно? Между прочим, я с отцом живу. Моя квартира номер 37. Я знаю. Вон там, видишь? Где? Вон там, да? В соседнем подъезде там, я живу. Да? Ты понял, с чего тебе начинать? Ты понял, да? Да. Шутишь, да? А если я твоего папочку не убедю? А? Значит, тебе это не очень нужно. Ну, Рима, страна ускоряется. А ты, Римочка, Рима. Ты знаешь, я уже однажды поторопилась. Ой. Папа, тетя Рима пришла. Здравствуй, Римочка. Товарищи, у нас сегодня воскресник. Мы будем площадку детскую оборудовать. Выходите. Геннадий Кузьмич. Куда же вы? Римочка, сейчас, сейчас. Ну, постарайтесь, ради ваших детей. Помогите. Пожалуйста. Он убьет его, помогите. Что? Что случилось? Опять паразит этот. Мама, на что? Не надо! 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 Коньяк мой вышел, французский. Не хлеб же, он отнял вино! Так лучше б хлеб! Хлеб 20 копеек стоит, а 60 рублей бутылка! Я что, там за прилавком горбачусь? По этим подсобкам все в дом! Сень, успокойся! Страна борется с алкоголизмом! Школьник установлен! Сень, ну, пожалуйста, успокойтесь! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Успокойтесь! Давайте разберемся! А это что здесь? Что, Шарль, а? Да! Не видели? Ты, Шарль, иди отсюда! За коньяк сына убивать! Какой живой отец! Молчи! Татарская морда! Свиное ухо! Извинитесь. Че? Пожалуйста, извинитесь сразу. Слушай, ты подметал, иди отсюда, а? Синечка, не уйди! Я вас очень прошу. Пошел вон. Вон пошел! Ну, как хотите. Но мы с вами еще встретимся. Обязательно встретимся. Я вам это обещаю. Но люди... Когда я еще маленькая болела, на своей машине в больницу отвез. Навещал потом. Отца привозил. Феликс, почему? Ну что, давай действительно в кино сходим, что ли?
Или там еще куда, не знаю. Да. Кстати. Сергей! Сергей, осторожно! Ребятки, не мешайтесь. А, Коль, слушай, помоги мне. Давай. Мать послала. Да нет, они в спальне заперлись. Я сам. А что, нельзя? Нет, ну почему же? Можно. Разравнивай. Коля, я понял, что ты работать ты любишь. Да. А что ты вообще любишь? Много чего. Ну, а хочется тебе чего? Не знаю. Сам не знаю чего. Давай мы не понять. Ну, не скажи, Стань. Похожи мы с тобой. Чем это? Похоже. Ну, вообще, в случае чего я тебе позвоню. Я приеду обязательно. До свидания. Метел, спички есть? Чего? Спички, спички, говорю, есть? Уставился. Спасибо. Слушай, а у тебя зрительная память хорошая? Ну, вроде ничего. Не-а, плохая. Это в каком смысле? Да так, шутка. Иди вкалывай. Чего хамишь-то? А? Мы что, знакомы, что ли? Да нет. Нет, не волнуйся. Так, все нормально. Филюнчик! Феликс! Тебе письмо. О, дай сюда. Пляши. Ну ладно, перестань, да. Пляши. Ну да. Нет, ты пляши. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ну да. Еще. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Так, интересно. Здравствуй, мой брат Феликс. У меня почти все нормально. Служу я в своей роте, на БТРе. Ребята у нас Что? Что? Что-нибудь случилось, Феликс? А? Что? Случилось что-нибудь? Ничего не случилось. Заболел кто? Сволочи они. Все. Кто? Может, я чем помочь могу, а? Скажи. Слушай, красивая ты сегодня, Римма Ревкатовна. Радуешь глаз просто. Что случилось? Ты что, в гости собралась или празднуешь что? Да я тебя хотела пригласить. Я билеты достала на Леонтьева. На Леонтьева, да? На Леонтьева. Вот им бы, Леонтьева. Да, сволочи. Но ты же сам хотел. Со мной. Свиньи они. Кто? Да, обманывают своих же пацанов. Кто они? Ты о чем? Ну что, он сам не пошел бы. Да поосторожней ты. Тебе что, глаза приделать? Ну, ладно, 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 извини. Ну, я не прав, ну. Знаете, бывает, но очень девушка, редко. Жаль. Скажите, да? У вас карта Афганистана есть? Есть, но в общем атласе. А покрупнее где можно купить? Не знаю. Девушка, извините, карту Греции покажите, пожалуйста. И как проехать к магазину «Дружба»?
Что, ты ему так сказала, да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы директор? Я директор, здравствуйте. Что такое? Ой, одну минутку. Я нигде карту Афганистана не могу купить. Молодой человек, сейчас эта карта очень многим нужна. Вы же понимаете. Ну, понимаю. Ну вот. Игнатьич, у тебя карты Афганистана случайно нет? Не бывает, Филя. Понятно. А чего народ стоит? Так огонек поздно привезли. Буду продавать. А что там, тираж погашения или что? А ты почитай. Почитай, почитай. Ладно, спасибо. Ну чего, давай, заезжай, прощайся. Привет. Привет, привет. Что, не заводится? Отвали, а. Опять хамишь? Ну-ну. Купи у меня машинку швейную, а? Хорошую, за тридцатку купи. В комиссионку сдай. Какой ты умный. Прописки нет, не берут. Слушай, дай денег, а? Я тебе вышлю из дома, из Томска. Как приеду, вышлю. Ей-богу, клянусь. Вот пятерка. Держи. Пошел ты со своей пятеркой. Ладно, иди. Ну иди, иди, я сейчас тоже уйду. Слушай, ты еле ходишь-то. Ну что, ты не можешь сказать, чтобы убрали, ну, что ли? Разрушуешься с вами. Говоришь, это бестолку. Сегодня утром в Рейкьявике началась встреча между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым и президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом. Задолго до начала встречи, несмотря на резкий холодный ветер, дующий с океана, около виллы Ховди, где встречаются руководители двух держав, собрались журналисты, которым посчастливилось получить специальные пропуска. За несколько минут до начала встречи сюда прибыл президент Рейган. Тепло встретили собравшиеся Михаила Сергеевича Горбачева. Советские и американские руководители уже знакомы друг с другом. На прессе, отражающий огромный интерес во всем мире к происходящему событию. Слушай, пойдем ко мне. Куда еще? Ну пойдем, а то я промокну из-за тебя. У тебя денег нет, за бесплатно, спасибо. Ну, пойдем, хоть чаю попьешь за бесплатно. Так, где? На когте, под деревом. Как это? Ты что, в окно заглядывала? Да была я тебя с тем моряком. Ты что? Ты же сам нас выгнал. Ну, тогда тем более пойдем. Ну, ты что, меня боишься, что ли? Ты не испугался? Иди. Ладно, тащи машинку. Феликс. Ты спишь? Сплю. А тебе там не холодно? Нормально. Угу. А мне холодно. Слушай, странный ты парень. Ну, должен же кто-то начать первым. Ну, не я же, наверное. Ты что, за постой хочешь заплатить? Ой, идиот! Нет. Да я просто не верю, что ты не хочешь. Ну, давай будем дождь слушать.
Может, ты мне стихи почитаешь? Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят, а? Ты что, пока не трахнешься, не засыпаешь? Ненавижу ханжи. Квартиру сниму. Прибежит от жены. Деньги сунет. Катенька, люблю, люблю, люблю. Все для тебя сделаю. В институт поступишь, в историко-архивный блат есть. Одену, как куколку. Добрый был, блин. Ох, веселый. Сначала сам пользовался, а потом товарищи стал приваживать. Молчишь. Ну, хорошо, что молчишь. Спасибо. А я уйду завтра, слышишь? Обязательно уйду. Мне есть куда. Есть. Говорить-то хоть будешь? Да потому и продаю. Изведет, на стену полезет. Да. Ага. На счастье. Спасибо. Зачем тебе? Thank you.
Ну что, говорить будем? А? О. Ну ладно, Римочка, я пошла. Угу. Привет. Поздравляю. Вот купил попугая. Поздравляю. В общем, буду учить говорить. Я и говорю. Поздравляю. Ну ты прямо как мой попугай. Поздравляю, поздравляю. Ничто другое на ум не идет. Я, кстати, ни в чем тебя не виню. Ну, а если дождь идет, холодно, человеку идти было некуда. М? Ага. Хозяйничаем, значит, да? Я бутылки твои сдала. У меня пирожки всегда хорошо получались. А. Попробуй. На дорожку, что ли, напекла? Да, и тебе достанется. Дело. Так, ну, давай. Ну, прыгай давай. Ну, прыгай давай, ну. О. Хорошо. Так. Так, значит, и пирогов ты не хочешь. А чего ты хочешь? Ну, мужик, давай. Давай, скажи. Ну, Витька? А? Скажи, Витька, дед душман. А? Скажи, давай. А, Витька бьет душманов. Ты куда? Куда собралась? Неважно, к подруге. Какой подруге? Что ты несешь? Я попросилась ты всего на одну ночь, потом миру не без добрых людей. Так, сядь. Куда ты в таком виде? Вот пришьем карман, тогда пойдешь. Ты такой же, как все, только уничтожаешь немножко другим способом. Но ничего, я научусь. Я тоже научусь драться, кусаться, зубами рвать. Во-первых, я тебе ничего не сказал. Ты подумал? Да? Ты подумал, правильно, зачем тебе проблемы? Живи тихо. Подожди, подожди. Мы это, пирогов-то твоих еще не попробовали. А? Ну, хватит, садись, чаю попьем. А? Пусти. Все равно уйду. Михалыч. Здравия желаю. Слушай-ка, а ведь она все еще без прописки живет. Неужели сегодня опоздает? А? Или мои спешат? Сколько на твоих? Нету машинки-то. Нету, значит, кого-то сняли, Михалыч. Коленом под зад. Отъездил по душе. Выходит, меняется что-то, Михалыч. Нету лимузинчика. Одного сняли, другого поставят. Я тебе о прописке. Посмотри на нее. У нее же другое есть. Красота, молодость, надежда. Мало что ли? Без прописки все равно нельзя. Так что давай, определяйся, а то меры примем. Я сам недавно в Москве прописался. Прописка – основной закон нашей жизни. Так может, закон дурацкий? Мы же с ней в одной стране живем. А выходит, не равны в правах. Ты на что замахиваешься? Ты думаешь, что говоришь? Да, я-то думаю. Я тоже о тебе подумаю. Глубоко подумаю. Ух. Чего он хотел? Познакомиться. Понравилось ты ему. Да, очень. Thank you.
прошу сравнить, где лучше. Там или здесь? А, не слышу, Феликс. Я не слышу, Феликс. Откуда шуба, Катерина? Из детского старья, милый. Из детского старья. У нас с тобой все будет, слышишь? Все, что ты захочешь, дай мне только начать, мы все купим. Дай мне только начать, я прошу тебя. Да, тебя не остановишь, только бронебойным. Мужчине нужен дом. Ты слышишь? Мужчине нужен крепкий тыл. Феликс, я знаю. Ты думаешь, всего этого достаточно? Послушай. Ну как, а? Прекрасно. Кто там? Это я, Феликс. Тебе письмо. А, сейчас, сейчас. Извини, что беспокою. Я снова встретила почтальоншу. Да, спасибо. Наверное, я его зря взяла. Думала, тебя увижу во дворе, и никак не получается. Ты все дома сидишь. Да работы немного. Погода такая. Погода. Я и забыла. Может, зайдешь? В другой раз. Может, погода переменится? Парам-пам, парарарам-пам. Там-парапам, парам-пам, парам-пам-пам, парарарапам, парарапам. Парам. Что? Еще раз ляпнешь про нее. Беги лучше за шампанским. Нашел девочку на побегушках. О, у нас грандиозный повод выпить. Мы просто обязаны это сделать. Знаешь, какой у нее голос? Знаешь, это же большой театр, Ля Скала. Никого дороже у меня нет. А я? Я же тебе про письмо, брат. А я? Ой. Ты же ни разу не сказал, что любишь меня. Ладно, пойдем в магазин вместе. Отец, алло, ты слышишь меня? Значит, слушай и запоминай. Виски дали сержанта, это раз. Дали медаль за отвагу, это два. Ему всего полгода осталось служить. Ты слышишь меня? Отец, почему ты молчишь? Ну, перестань, я здесь ни при чем. Жизнь другая, но я-то прежним остался. И не кричи на меня, не надо на меня кричать. Ну, рано на мне крест ставить, рано! Возможно, я удивлю еще всех и порадую. Ты понял меня? Алло, ты понял? Куда лезть? Феликс! Феликс! Сколько брать, одну или две? А? Бери три! Будет
будем сбиваться. За Витьку! Я вас обязательно познакомлю. Да? Он что, тоже дворник? Так, запомни, я не дворник, я инженер. Запомни. Сегодня начался вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Тихо! Мы все ждали этого дня. Наши воины покидают Афганистан, честно и мужественно выполнив свой интернациональный долг. Ну, Катя, Советский Союз и без... Катя, ты хоть понимаешь, что это значит, а? Ага. Ну, ребята, раз такое начинается, Катя, жалко, у нас музыки нет. Трудные для афганского народа времена. Это подчеркивается совместно. То, что надо! Катька! Катя! Отлично. Давай, давай, давай. Опа, давай. Катя! Кандидатская! Докторская Катя! Я член кор защищу! Нобелевская Катя! Давай, жди, Катя! Ты будешь лучшей в мире манекенщицей! Нет! Кандидатом мы пошлем! Все одну! Париж на самолетах, как на птичий рынок летать будем! Давай, Катя! Давай, Катя! Раз такое началось, я Горбачеву свечку поставлю! У нас все будет! Все будет, как у людей, Катя! Коттеджи! Феликс! Билы, у тебя что, крыша на бок поехала? Колбаса будет! Феликс! Катя, давай! Раз так... Феликс! Началось! Вроде здесь. Телефон для справок 352-42-50. Слушай, ты не знаешь, где этот дворник Феликс живет? А, это подарку. Там во дворе домик стоит. Увидите. Ну что, двоечник, как жить? Скоро в школу, а? Ага. Небось, неохота? Эй, деды! Он ее не снимал почти. На салонге холодно. Салонг — это что? Перевал там такой. Снег долго лежит. Он тебя любил. Говорил, что с тобой все временно, что поднимешься еще. Выпьешь. Ну, извини, мы пойдем. Позвонишь, если что. Потом. Сейчас ничего не говори. Важнее, нет. Мне должно дострочить. Дострочить?
Пирожки, значит, борщи варить будем. Да? Нормальной жизни захотелось? Да? Занавесочки! Запомни, не будет у нас ее, понимаешь? Не будет у нас нормальной жизни! Не кричать. Я все поняла. Я быстро соображу. Гроша ломаного не стоит! Твоя нормальная жизнь! Сейчас извините. Дорогие мои товарищи. Помянем. Как же так? Это у кого такое право есть? Чтобы наших ребят в мирное время на смерть посылать? Понимаю, помощь. Но помогать можно деньгами, советом. А так, чтобы самых молодых и самую надежду не пойму и не прощу. Вера, помолчи, дочь. Все виноваты. Войны бывают справедливые, несправедливые, освободительные, захватнические. Да чушь это все. Хреновина печатная. Ты детям в школе мозги забивай, не мне. Война это война. У меня может тоже сын родиться, и я не хочу, чтобы он как Ленька. Да не смеши ты меня. Рассуждаешь, как последний обыватель. Даже спорить-то с тобой стыдно. Афганская война... Для всего народа боль. Понимаешь? Она всех задела. Всех. Да ложь это, папа. Ложь. Очень просто, ведь все проверяется. Хоть один обкомовский сынок там есть. Ты их не найдешь там. Там они не служат. А горкомовский? Райкомовский? Сынок кого-нибудь из министров? А начальников, крупных или мелких, вы их там видели? Они их к себе поближе пристраивают, под крылышко. Вот пусть их спросят, матери погибших, где служат ваши детки, пусть они им ответят. Мой сын честный парень. Он честно выполнил свой долг. Вот так. Долг. Хорошо. Давай выпьем за это. За это выпью. Я член партии. Не забывай об этом. Вера, Вера. Ему и так тяжело. Да ладно. Надоело просто. Перестройка. Гробы вам все идут. Ну, знаешь, все сразу не изменишь. Верить надо. Верит он. Под лестницей легче всего верить. У кого там не налито? Давайте, ребята. За брата. Чего говорить? И так все ясно. Да замолчите вы, гады! Выключи свою карману! Тихо, выключи! Успокойся! Что это с ним? Отсрочка кончилась. В армию мы через неделю. Тихо! Да мужик тебя нет!
Живи у нас, сынок. Останься на недельку, ну, дня на два, а? Оставь его, отец. Пусть лежит на дне. Ой, как ты неумна, Вера. Не люблю, когда ты бываешь бессердечный и злоб. Между прочим, мой сын, а тебе брат. Пусть живет, как хочет. Ну, я останусь, отец. Конечно, останусь. Спасибо, сынок. Многие читали о статье, которая была опубликована в нашем журнале.
Я очень благодарен мандатной комиссии за то, что она взялась рассмотреть этот вопрос. Когда к нам обратились следователи, так сказать, юридические генералы, товарищи Гнезданов и Иванов, которые ведут дело всей рашидовской мафии и сейчас занимаются делом Чурбанова, они предъявили определенные доказательства и определенные проблемы. Они сказали о том, что часть людей, проходящих по этим делам, часть людей, против которых набралось большое количество показаний, эти люди... Привет, капитан. Притишь бездомных? Ну, это можно. Сейчас, подожди секундочку. Ага. Пожалуйста, эти четыре человека, которые перечислены в этом документе, делегаты конференции. И судя по тому, что показывала и говорила прокуратура, эти люди виновны, но определить этого я не могу. Фамилии я передал. А, капитан. Кстати, у тебя зубной есть? Есть. Свой парень. В любое время дня и ночи. Mm-hmm. Хорошо делает? Отлично. Ну-ка, покажи. Пожалуйста. А, смотри. На, пожуй, старичок, подкрепись, а то на девчонку сил не хватит. Не на уровне выступишь. Ну, капитан! Да какой ты капитан? Боцман, ты херов! Был бы у меня на корабле, сука, я бы тебе выспался! А ты чё стоишь? Пошли отсюда! Стоит, вылупилась! Годы за что я жил и работал в Сибири. В краю суровом, но поистине чудесном. Меня редко спрашивают, что же я делал в то время. И я с гордостью отвечаю, я строил социализм. И таких было миллионы. Не все сразу получалось. Приходилось доделывать и переделывать. Но трудились без оглядки, может быть, потому что знали, дальше Сибири не пошлют. Не хотел говорить, но вы поймете, почему я это скажу. Уже более 10 лет, как область, в которой я работал с товарищами, здесь участвующим в работе конференции, обеспечивает себя целиком и полностью продуктами питания собственного производства, причем по хорошему рациону. А ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и посадил область прочно и надолго на талоны. Вот что означает политическая фраза и реальность. Вот что означает расхождение между словом и делом. Директор, да я знаю, что там у вас. Что? Хватит ты из смотри, нас дураков делать. Васек! А ну, орлы, живей, надо разобраться с этим. Идем. Ну что, ползете, ну поживей. Да идем. Ну что, голубок, сам пришел. Ребята, только поаккуратнее, ладно? Поаккуратнее. Ты сюда хотел? На! Может, куда? Возьми его! Возьми его, Коля! Дай мне его! Сигизмундич. Да я. Ты понял что-нибудь? Ты нас не трожь. Нас миллионы. И нам хорошо. Ты понял? Подметал! Ну, поднимай.
Вася. Ну, Феликс, ну, миленький, да что ж такое? Держись. Так. Слушай, куда ты меня? Ко мне, квартира 37, помнишь? Нет, нет, я ни за что не пойду. Ну почему? Нет. Ну папы нет сейчас. Нет. Ну пожалуйста. Пойдем ко мне. Ну ладно. Слушай, пойдем ко мне и все. Ну, хорошо. Так, сейчас. Сейчас. Феликс. Сейчас, миленький. Подожди. Миленький, потерпи. Ну-ка. Ой. Терпи, терпи, надо терпеть. Жизнь как жизнь. Подонки были и будут во все времена. Всегда будут такие, как ты. Дураки, да? Ты это хотел сказать? Конечно. Именно это я сказать. Слушай, а что вообще нужно мужчине, а? Что? Покой, тыл, уют, занавески? Что? Мужчине. Очень просто. Просто мужчине нужна любовь. Ты знаешь, кто ты для меня? Ты знаешь? Знаю. Сейчас, подожди. Подожди. Сейчас позвоню ребятам. Ребятам позвоню. Думаешь, они меня сломали? Черт, из два. Позвоню. Если бы я так думала, я бы к тебе не вернулась. Ну, чуть-чуть бы раньше, мальчики. Уехал Иван Федорович только что. Черт. Да вон он. А документы пусть лежат. А вернется скоро? Не знаю, мальчики. Вряд ли. А как же нам быть? У нас дело срочное, поймите. Знаете что? Поезжайте в клуб Свердлова. Там конференция районного актива. В перерыве поговорите. Спасибо. Устраивает? Как прокурор. Мужик ничего? Вот такой. Фронтовик. У нас его уважают. Обязательно поможет. Центральный комитет полностью поддерживает эти требования. Признано необходимым уже в ближайшее время осуществить дополнительные меры, направленные против тунеядцев, расхитителей социалистической собственности, против взяточников, против тех, кто стал на путь чуждой трудовой природе нашего строя. Осуществление стратегического курса партии на ускорение социально-экономического развития страны требует от всех советских людей самоотверженного труда, настойчивого приумножения народа. Ребята, смотрите, вон он. Где? Да вон, около прохода сидит. А, вижу. На социалистическую собственность, да где? Рядом с блондинкой. В области социальной политики партия наметила меры по подъему народного благосостояния на качественную новую ступень повсеместного утверждения социальной справедливости, очищение нашей жизни. Собственническими устремлениями, с пренебрежительным отношением к общественным интересам. Постановление ЦК... В чем дело-то? Вы что, не видите? Все же... Товарищи! Остановите собрание! Среди вас варьё! Варьё и те, кто их покрывает! Это же клубок целый! Мафия! Вы что, их не видите? У них же лица особые!
глаза? Неужели вы их не различаете? Товарищи! Да я же знаю, Иван сумасшедший! Милиция! Что сидите? Куда же вы смотрите? Сучара! Я не верю, что вы их не видите! Да вот же они! А может, вы здесь все такие? Собрались! Свои! Родные! Теперь мне все понятно! Значит, в Кремле своя конференция! А у вас здесь своя! Теперь мне понятно! Понятно, в какой стране мы живем! Бежи! Да вас прогнило все! Прогнило! Доски гнилые! Гвозди ворованные! Люди! А этот у вас настоящий! Лукич там! Настоящий! Посмотрите! Посмотрите! На выход. Иди. Куда сегодня? Куда надо. Что, опять следователь смотрел? Шагай, шагай, Рогов. Ты иду. Может, ответите, куда меня? Пошел! Я не понимаю, вам что? Разговорчики! Вам что, трудно ответить, что ли? Иди! Свободен ты, Рогов, вали отсюда! И больше не высовывайся, понял? Thank you.
как раз рассчитана на то, чтобы все было благополучно и нормально. Никому из вас я не внушаю зла, а внушаю только лишь хорошее. На счете 10 откроются глаза у тех, у кого они были слепшие. Исчезнет головокружение, у кого оно возникло. Одним словом, вы снова в полной норме, но это другая норма. Норма, в которой заложена установка на ваше совершенство, ибо человек рождается совершенным. Я тебя покормлю сейчас. Один. Тебе надо поесть. Два. Три. Вот и теряется ваша зависимость от этого влияния. Ваша концентрация уже в другом направлении, на том, чтобы выйти из состояния, в которое вы вошли, легко-легко и приятно. В следующий раз еще более легко вы войдете и еще более легко выйдете. А те, кто не испытывал ничего, вы ошибаетесь. Не все ощущения, они осмысливаются. Не все процессы, происходящие в организме, ощущаются. Поэтому не торопитесь с выводами. А ждите от себя изменений, положительных изменений в вашем состоянии. 4. 5. Легко-легко. Голова отдохнувшая, свежая, ясная. Настроение нормальное. 6. 7. Восемь. Ешь, Филюшка. 9. Стыдись. 10. Наш сеанс заканчивается. Мы с вами прощаемся.